И дальше мы взяли, мы встали, Спартака, Нальчик. И дорожка металли по игре, ну, результат 6-0, не очень приятно, но в любом случае, что вы хотите сказать болельщикам, которые смотрели за этой игрой, сезон завершен. Ваш комментарий и вам слово. Ну, для нас эта игра, скажем так, по очень приятной 6-0. Не каждая команда любит пропускать, проигрывать с таким счетом. Изначально в свою игру не смогли настроиться, не сыграли как надо. И вышли, и получили свое. Болельщикам хотели показать красивый футбол, чтобы они последний тур, но не получилось, к сожалению, у нас. В любом случае, желаем вам удачи, успехов в новом уже сезоне. Спасибо за игру, спасибо за интервью. Исполняющий обязанности главного тренера в этом матче Азамат Шогенов, Азамат Тамирович, ваш комментарий по игре 6-0, не очень приятные, но все-таки, наверное, вам есть что сказать по этой игре. Весьма неприятный счет, но опять-таки у нас были кадровые проблемы, не было много футболистов основных. Да, и как бы вынужденные замены, не по позициям некоторые играли, но это футбол, отдать должное Динамо, мои поздравления этой команде, очень хорошие ребята, здравые, со вторым местом вас поздравляю, да, кстати. А у нас что остается? У нас остается работа над ошибками, сезон закончен, вот. Будем думать, смотреть, работать. Я не знаю, там, конечно, сложно сейчас что-то сказать по горячим следам. Но можно сказать так, что ничего не получилось в этом матче. В целом по сезону тоже пару слов. По сезону, ну, сезон такой у нас получился, понимаете. Один тренер, потом второй тренер, потом третий тренер. Опять-таки, каждый тренер внес свою лепту. Тяжело, конечно, на последнем месте заканчивать, если честно, неприятно. Но на следующий год будем готовиться и показывать футбол, и играть, пытаться играть. Что ж, спасибо. Новый сезон с чистого листа. Ждем вас. Удачи вам. Гаджи Будунов рядом с нами. Один из героев этой встречи, один из героев всего сезона. Вообще, все ребята герои, все ребята молодцы. Гаджи, ты согласен с этим? Да, команда провела хороший сезон, очень по сравнению с прошлым. В прошлом сезоне мы не попали даже в пятерку, в этом сезоне мы уже на втором месте. Как оценишь свое личное выступление? Что говорят ребята, что говорят тренеры про твою игру и что говорит отец? Ну, по сравнению с прошлым сезоном говорят, что очень сильно прибавил, но могу еще больше. Но в первую очередь это заслуга команды, тренеров, врачей и пресс-атташе. Как бы ни было. Общая работа. То есть футбол это командная игра, и тут проигрывает команда и выигрывает команда. Гаджи, что болельщикам хочешь сказать? Наверное, есть что сказать всем тем, кто переживал на протяжении всего сезона. Спасибо большое всем. Нас поддерживали и при победах, и при поражениях. Нас принимали всегда, поэтому большое спасибо всем, все большие молодцы. Что, спасибо, удачи, еще раз поздравляю с серебряными медалями. Купаться не надо, я сейчас... Амир Гасанов рядом с нами, главный тренер коллектива, который только что завоевали серебряные медали юношеской футбольной лиги. В начале сезона, откровенно говоря, верили в такой успех? Нет, мы так далеко не заглядывали. Мы двигались от матча к матчу, и к концу все так вылилось. Да, вот я помню, в перерыве между кругами, там вы мне вопрос задали, да, заслуженно ли вы находитесь сейчас на третьем месте. Тогда я считал, что нет, тогда я считал, что мы должны быть ниже. Сегодня я считаю, что мы должны быть выше. Да. Плюс-минус мы на том месте, на своем, да, на котором мы должны были быть. Что запомнилось на протяжении этого сезона, что осталось в памяти, вот что прямо сейчас приходит в голову? Ну, я сейчас так сразу не могу вам сказать. Единственное, что так, в общем, в целом, картина такая
меня радует то, что мы стабильно этот чемпионат прошли. Не было у нас там провалов каких-то или взлетов. Мы как бы подняли эту планку и держали ее весь чемпионат. Меня это больше даже как бы импонирует. В команде много ребят, которые забили больше 10 мячей. Да, очень много индивидуально сильных футболистов. Насколько сложно вот этих всех индивидуально сильных футболистов собрать в единую команду? Ну, это на самом деле сложно, да. Мы не скажу, что с этим боремся, да. Но как-то стараемся их объединять вокруг одной цели. Да. Мы обжигались уже вот об их индивидуальности, туда чрезмерную. Ну, как-то пытаемся находить баланс, совмещать их индивидуальные качества с командными, да, чтобы они на пользу шли всему коллективу. У кого был наибольший прогресс в течение этого сезона? Или тренер не будет выделять? Ну, я скажу, что у всей команды. Гаджи правильно сказал, мы в прошлый год даже в пятерку не попали. В этом году мы на втором месте. Я считаю, что вся команда сделала шаг вперед. Что ж, еще раз поздравляем. Спасибо за сезон и удачи в новом. Спасибо.